Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Дорогие друзья, азиз дослар, неджесис. Как вы, дорогие друзья? Зумда утуранлар, ютубда утуранлар. Все те, кто находится онлайн. Хамза саламлыйрам. Всем вам здравствуйте. Хош келмисиз хаят ве... Добро пожаловать. Хаят верджи лютф килсесина. Церковь Животворящая Благодать. Gəlin ayağa qalxaq öz yerlərimizdən. Zoom-da oturanlar da zəhmət olmasa. Находится... YouTube-da da oturanlar zəhmət olmasa. Gəlin bir yerdə sitayiş eləyək Rəbbimizə. Давайте вместе поклонимся Господу. Mahnılarla. Песнями. İndi biraz hərəkətli mahnı olacaq. Ona görə xahiş edirəm hərəkətlərlə doldurun mahnı. Ну вы поняли. Yüklerini meyzeleye, o kaygı sınagalar. Yüklerini İsa'ya ver, o kaygı sınagalar. Bir yerde. Yüksek yüksek, daha daha yüksek, daha yüksek ucaldır İsa'nı. Derin derin, daha daha derin. Daha derin bastıran şeytanı. Сбрось заботы на Иисуса, Он печется о тебе. Сбрось заботы на Иисуса, Он печется о тебе. Беда. Выше, 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 Иисус выше. Ниже, 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 дьявол ниже. Про заботы на Иисуса, Он печется о тебе. Про заботы на Иисуса, Он печется о тебе. Выше, 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 выше. Выше, 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 Иисус выше. Ниже, 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 ниже. Ниже, 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 дьявол ниже. Сбрось заботы, сбрось заботы на Иисуса. На Иисуса. Он печется о тебе. Сбрось заботы на Иисуса. Он печется, Он печется о тебе. Он печется о тебе, Он печется о тебе. Ну как, вспотели? Предстану я пред тобой, и лишь одно я хочу сказать. Благодарю, благодарю за все, что дал ты мне, Бог, за благость ту, что увидеть не смог. Благодарю,
благодарю. Благодарен я сердцем и умом, руки возношу и благословлю. Благодарю, Бог, я тебя благодарю. Благодарю, Бог, я тебя благодарю. Я благодарю. За все, что было со мной, ты дал мне свет свой, благодарю, благодарю. Ты взял мой грех и мой стыд, и исцелил от всех ран и обид, благодарю. Благодарю, благодарен я сердцем и умом, руки возношу и благословлю. Благодарю, Бог, я тебя благодарю. Благодарю, Бог, я тебя благодарю. Благодарен я сердцем и умом, руки возношу и благословлю. Благодарю, Бог, я тебя благодарю. Тебя благодарю. Еще раз. Благодарю, Бог, я тебя благодарю. Благодарю, Бог, я тебя благодарю. Я благодарю. Я благодарю, я благодарю, я благодарю. Şükür olsun sana. Biz minnettarız bu güne. Благодарим тебя, Господь. Bu vakta göre İsa. За это время. Хейр дуа вер бу топлантыя гас. Благослови это собрание. Şükür olsun sana. Sen ise azap çektin, mehrim olup beni kurtardın. İndi ruhumla ben dolarak yaşayıram, ölümden sen dirildin. Bağışlandın. Sen ise azap çektin, mehkum olup beni kurtardın. İndi ruhumla ben dolarak yaşayıram, ölümden sen dirildin. Mehabbeti Yadır seni, mene göre öldün Rabbi. Balek edip seni sevgi, sana izzet olsun Rabbi.
olsun Rabbim. Şükür olsun sana. Слава тебе, Господь. Gel, давайте прославим его все вместе. Özellerimizi kaldırak yüksek. Поднимем наши руки. Ты осужден, и теперь живу твоим наполнен духом. Иисус был мертв, но воскрешен. Твоя любовь так велика, ты умер за меня, мой царь. Твоя любовь мне жизнь дала, тебя хочу я чтить всегда. Твоя любовь так велика, ты умер за меня, мой царь. Ты умер за меня, мой царь. Твоя любовь мне жизнь дала, тебя хочу я чтить всегда. Во все дела, я чту тебя. Иисус, ты Господь мой. Иисус, ты Господь мой. Иисус, ты Господь мой. Господь мой, твоя любовь так велика, ты умер за меня, мой царь. Ты умер за меня, мой царь. Твоя любовь мне жизнь дала, мне жизнь дала. Тебя хочу я чтить всегда. Твоя любовь так велика, твоя любовь так велика, так велика. Ты умер за меня, мой царь. Твоя любовь мне жизнь дала, тебя хочу я чтить всегда, во всех делах. Я чту тебя, я чту тебя, во всех делах. Я чту тебя, во всех делах. Я чту тебя. Слава тебе, Господь. Шукер olsun Zehra. Слава тебе, Господь. Хей, дуа вер herkese bugün. Благослови, Господь, каждого. Хей, дуа вер везе giriş sözüne. Благослови слово, вступление. Бу toplantıya İsa. Это собрание. Ол her birimizle İsa. Будь рядом с нами, Господь. Шукер olsun Zehra. Слава и честь. Ve sana adıyla. И молимся во имя Твое драгоценное. Аминь. Аминь. Айлашин Zehra. Садитесь, пожалуйста. Хорошо. Алла. Добрый вечер. Ахшамыз хейр.
Давайте помолимся коротко. Господь, благодарим Тебя за прекрасные песни. Я рев сене, гюзел махнулар учун миннеттарым. За то, что можем поклоняться Тебе. Сене ибадет эдебилери. За радость в сердце, Господь. Юреймиздеки севинче гюре. Благодарим Тебя за Твою любовь. Сенен мехеббетине гюре миннеттарым. Благослови это короткое вступление. Бу кыса сөзе хейр дуа вер. Во имя Твое, аминь. Сенен адынла амин. Хорошо, давайте откроем с вами Евангелие от Матфея, 7 главу. Гелин. Metta'nın İncil'i 7. fesli açar. Ay, мы прочтем с вами там небольшой отрывок. Orada bir balaca parça okuyacak. С 24 стиха. И 24. bentten. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумного, который построил дом свой на камне. Böylelikle Bu sözlerimi eşidip onlara əməl edən herkes öz evini qaya üzərində quran ağıllı adama bənzəyir. И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Yağış yağar, sellər gələr, yellər əsər və o evə hücum edər. Ama ev uçmaz, çünkü temeli gaya üzerinde kurulub. 26 стих. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Demeli, 7-ci fəsil 26-cı bənd. Bu sözlərimi eşidib onlara əməl etməyən hər kəs isə öz evini qum üzərində tikən ağılsız adama bənzəyir. И пошёл дождь, И разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. 27-ci bend. Yağış yağar, sellər gələr, yellər əsər və o evə hücum edər. Ev uçar və onun yıxılması bir müsibət olar. Müsibət olar. Падение будет великим. Yıxılma çox dəhşətli olacaq. Мы живём в мире сравнения сегодня. Biz bugün müqayisələr dünyasında yaşayırıq. Если у кого-то хорошо, əgər kimdəsə yaxşıdırsa, то у кого-то плохо. Kimdəsə pisdir. Если у кого-то плохо, kimdəsə pisdirsə, то у другого хорошо. Başqa bir adamda yaxşıdır. И мы начинаем сравнивать. Və biz başlayırıq müqayisə eləməyə. Я думал сегодня вот о чём. Мен бүгін бах не бареде düşünürdüm. Камень и песок. Даш вә гум. Основание. Өзүл. Мы можем подумать, что вот этот песок, это как относится к неверующим людям. Biz deyə bilərik ki, bax bu qum imansız adamlara aiddir. Мы уверовали в Иисуса Христа. Biz İsa Məsihə iman etmişik. Он наш камень. O bizim daşımızdır. И мы стоим на прочной скале. Və biz möhkəm qaya üzərində dayanmışıq. И мы никогда не пошатнёмся. Və biz heç vaxt yıxılmayacağıq. А мы можем думать таким образом. Biz belə düşünə bilərik. Но Библия, она к верующим людям. Amma Библия imanlı adamlar üçündür. И написано для нас с вами. Və bizim üçün yazılıb. И так этот песок, он также относится к нам. Bu qum həmçinin bizə aiddir. Мы можем быть верующими. Biz imanlı ola bilərik. Которые могут стоять на скале. Qayanın üstündə dayanırıq. Или же мы можем быть верующими, которые строят на песке. Və yaxud da ki, biz qum üzərində quran imanlılar ola bilərik. И знаете, что здесь интересно в обоих случаях? Bilirsiniz, hər iki alda maraqlı nədir? И ветры дуют. Yellər əsir. И вода нагнетает. Və yağış da, su da gərginləşdirir vəziyyəti. Как на верующего, который стоит на скале, так же и на верующего, который стоит на песке. O, qayanın üzərində dayanan imanlıya da təsir edir. Həmçinin qumun üzərində dayanan imanlıya da. Теперь, если я верующий, который строит свой дом на песке. Əgər mən o imanlıyamsa ki, qumun üzərində evimi tikirəm.
И приходят ветры, или же идет дождь. Yağış yağır, yerler əsir. Да. То мое основание, оно может поколебаться. И как здесь сказано, шум будет великий, падение будет великое. Mənim özülüm, mənim binamın özülü tərpənə bilər. Ve onun yıxılması çok dəhşətli gürültü olacaq. Я могу стоять на этом песке. Мен бу кум üzerinde dayanabilirim. И также верующий может стоять на твердом основании, на скале. Hemçinin imanlı qayanın bərk özülün üzerinde dayanabilir. И на него тот же ветер дует, и тот же дождь идет. Hemen yağış ona da yağır, hemen yel ona da əsir. Но он стоит. Ama o durur. И он непоколебим. Ve o silkelenmir. Я же падаю. Я же падаю. Мен ise yıxılıram. Мой дом падает. Mənim evim yıxılır. Я начинаю завидовать. Мен başlayıram paxıllıq eləməyə. Вот почему у него так. Bax belə, onun evi belədir. Я подумал, что это камень, это моя вера. Мой дом, это моя вера. Мен fikirləşirdim ki, mənim daşım, mənim imanımdır, mənim evimdir. Насколько сильна моя вера? Mənim imanım nə qədər güclüdür? Настолько сильная и крепко я буду стоять, когда будет дуть ветра. Mənim imanım nə qədər güclüdürsə, bax mən küləklər olanda, yağış olanda o qədər möhkəm dayanacağam. Если же моя вера слаба? Amma mənim imanım zəifdirsə. То да, я буду завидовать на того, кто стоит крепко. Bəli, mən o бәрк даянан адама пахылык элеча. Я буду падать. Мен йыхылачам. Я буду думать, что у меня что-то не так. Мен дейчем ки, менде несе дүзгүн кетмей. Вот у него все хорошо идет. Онда һәр шей дүзгүндү, һәр шей яхшы кедир. Я думаю, что это личные взаимоотношения с Богом также. Мен фикирләшерем ки, Таныры илә шәхси мөнасибәтләр бәләдер. Насколько мои личные взаимоотношения с Богом крепки? Меним Таныры илә шәхси мөнасибәтләрем нә кадәр мөхкемдер? Насколько я серьезен с Библией? Мен Библия илә нә кадәр җиддием? Настолько будет сильна и крепка моя вера. Меним иманым да о кадәр мөхкем олачак. Настолько будет силен и крепок мой дом. Меним эвим да о кадәр мөхкем олачак. Который я строю на Иисусе Христе. Мен Иса Месихин üzerinde tikirəm o evi. Amin. Amin. Давайте помолимся. Gəlin dualiyə. Господь Иисус. Rəbisa. Мы благодарны тебе. Biz sənə minnətdarıq. За всё то, что ты делаешь в нашей жизни. Bizim həyatımızda etdiyin hər bir şeyə görə. Просим тебя, умножь и укрепи нашу веру, Господь. Səndən xahiş edirik ki, bizim imanımızı artır. Мою веру, Господь. Möhkəmlət mənim imanımı. Лично мои взаимоотношения с тобой, Господь. Şəxsən mənim səninlə olan münasibətlərimi. Благослови сейчас пожертвования, десятины. Onda birlərə, iyanələrə xeyir dua ver. И благослови слово пастора. Pastorun sözünə xeyir dua ver. Во имя твоего молимся. Sənin adınla biz dua edirik. Amin. Amin. Благодарю. Çox sağ ol. Голгота йолуна досту, баху азиз гурбана. Бүтүн инсанлар урунда, ахану там изгана. Ова хитхи ласкара. Yaradan öldü, insan kurbanı oldu.
yatam, sənə mən minnətdaram. Yoluna dostum, bax o əziz qurbana. Bütün insanlar uğrunda axan o təmiz qana. O vakit xilaskara, indi hər kəs ki ona inanar, əbədi həyat alar. Odur yol, həyat, həqiqət, mərhəmət və məhəbbət, ümid aldı və şəriət. Tanrının oğlu yerə gəldi, göylərin lütfün bizə verdi. Tanrının oğlu yerə gəldi, göylərin lütfün bizə verdi. Tanrının oğlu yerə gəldi, göylərin lütfün bizə verdi. Tanrının oğlu yerə gəldi, Господь сотворил глубины морей, небеса, как ковер расстелил. Могущество мое неизмеримо оно. Я забочусь о всем, что творю, и тебя, мой сын, я люблю. Не нарушу завет я с тобой, я твой Бог и защитник. Иисус, сотвори во мне обитель, тебе нуждаюсь я всегда. Находясь в этом мире зла, хочу похоже быть на тебя, Иисус, Иисус. Иисус,
говори во мне обиде. Тебе нуждаюсь я всегда, находясь в этом мире зла, хочу похоже быть для тебя, Иисус, Иисус. Под ударом меча разрывалась плоть Христа, и шипы впивались в голову Его. Утекла ручьем святая кровь. Нет дороже цены, чем лишь цена Его крови. К Иисусу, мой друг, скорей приди, в Нем лишь сила Твоя, в Нем победа Твоя. Иисус, сотвори во мне обитель. Тебе нуждаюсь я всегда, находясь в этом мире зла, хочу похоже быть на Тебя, Иисус, Иисус, Иисус. Сотвори во мне обитель. Тебе нуждаюсь я всегда, находясь в этом мире зла, хочу похожим быть на Тебя, Иисус, Иисус. Добрый вечер. Ахшам нас хейр осу. И утром, и вечером я просто наслаждался песнями поклонения. Хэм сэхэр, хэм дэ ахшам улан изэхтлендрима махларынан мэн зэвг алдам. И знаете, о чем я думал? Билирсиз нэ хакда тушюндым. Мы можем так привыкнуть к тому, что у нас вот хорошие песни, хорошая музыка в церкви. Biz ola bilər ki, öyrəşə bilərik ki, kilsəmizdə yaxşı musiqilər olsun, ilahilər səslənsin. И иногда думать, что это на, ну, на диске просто поставил, и тут кто-то исполняет. Və düşünə bilərik ki, kimsə burada disk qoyur və mahnı səslənir. Aha. Но подумайте, это же каждый раз время отделённое для Господа. Ancaq fikirləşin ki, bu hər dəfə Tanrıya ayrılmış bir vaxtdır. Каждый раз, когда мы слышим песни поклонения. Hər dəfə biz ilahilərə qulaq asanda. Это значит, что кто-то до этого отделил время. Bu o deməkdir ki, kimsə artıq bunun üçün vaxt ayırıb. Отделил время для Бога. Tanrıya vaxt ayırıb. Пришёл, репетировал. Мәшк elədi. Gəlib burada мәшк etdi bunun üçün. И, кстати, они не родились уже знающими эти песни. Və yeri gəlmişkən həmin oxuyan adamlar artıq doğulandan bu mahnıları bilmirdilər. Они учили, onlar öyrəniblər. Репетируют. Мәшк edirlər. Спасибо вам музыкальное служение. Çox sağ olun musiqi xidməti. Amin. Давайте похлопаем им. Эй. Алғышлайаq. Слава Богу. Şükür Tanrıya. И всё это для Господа, правда? Və bunlar hamısı Tanrı üçündür. И это большое дело. Və bu böyük bir işdir. А сейчас давайте встанем, подвигаемся немножко, поздороваемся друг с другом. Gəlin yerimizdən qalxaq və
бир-биримизле саламмашак, görüşey. Да. Встанем, давайте, давайте, давайте. Дорогие, биринчи пашалар 11-2. Баясын аты нәде? Нәде, үнтен дейді. Нәрәт. Чик-чик. Нәрәт ол. Хорошо, мы подвигались, да? Это важный процесс, знаете. В церковном собрании очень важно нам подвигаться. А есть те, кто пренебрегают этим процессом. Хорошо, давайте сядем, найдем наши места. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господи, просим Тебя, благослови сейчас это время в Слове Твоем. Дай нам правильное отношение, Господи. И мы хотим быть здесь с трепетом, со страхом Господним. Аллах корхусыйла. Успокой наши сердца, Господи. Я рабизим юрейлармизе динчлих вер. Все ненужные мысли забери, Господи. Ve bütün lazım olmayan fikirleri bizden götür. Мысли о бедах наших, о неудачах. Uğursuzluk hakkında olan fikirlerimizi. Мы все отдаем тебе. Hamsını sana veririm. Благослови это время, освети его. Bu vaxtı xeyir dualandır ve təqdis et. Во имя Иисуса Христа. İsa Məsihin adı ilə. Amin. 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 Молитесь за Израиль. İsrail üçün dua edin. Я правда верю, что это важно. Mən həqiqətən inanıram ki, bu çox vacibdir. Молитесь за Израиль. İsrail üçün dua edin. Это особенная страна. Bu çox xüsusi bir ölkədir. И мы знаем, мы и так знаем, что она под охраной Господа. Biz artıq bilirik ki, o Рабин корması altındadır. Но мы также знаем, что мы призваны молиться за эту страну. Ve ancaq biz həmçinin bilirik ki, biz çağrılmışıq ki, bu ölkə üçün dua edək. И в эти особенные моменты также. Ve eyni zamanda belə xüsusi vəziyyətlərdə. Хорошо, давайте откроем с вами Третье царств, 11 главу, 2 стих. Deməli, 1-ci padşahlar, 11-ci fəsil, 2-ci bənd. Не-не, все правильно. Значит, давайте с первого стиха даже начнем. Gəlin birinci bənddən başlayaq. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой. Моавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хиттиянок. Падшах Сүлейман Фиронун кызларынан башка Муавлылар, Амонлылар, Эдомлылар, Сидонлылар ва хетлилерден чохлы яделли кадын севди. Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью.
Рәб İsrail övladlarına bu xalqlar barədə demişdi. Onlardan qız almayın və onlara qız verməyin. Əgər belə etsəniz, hökmən ürəyinizi öz Allahlarına tərəf azdıracaqlar. Bu qadınlar da həmin xalqlardan idi. Süleyman sevgi ilə onlara bağlandı. İtak, две проблемы. İki problem var burada. Первая проблема. Birinci problem. Что Иисус Христос говорил о браке? İsa Məsih nikah haqqında nə demişdi? Он говорил, что как Бог сотворил в начале, вот так и должен, значит, функционировать институт брака. O demişdi ki, Allah əvvəldən bəri nikahı necə formalaşdırmışdısa, eləcə də davam etməlidir bu. А как Бог сотворил? Bəs Tanrı necə yaratmışdı? Один мужчина, одна женщина. Bir kişi və qadın olaraq yaratmışdı. Всё очень просто. Hər şey çox sadədir. Что произошло в сердце Соломона? Bəs Süleymanın ürəyində nə baş verdi? Написано, он полюбил. Yazılıb ki, o sevdi. Он полюбил. O sevdi. Он прилепился любовью. O sevgi ilə bağlandı. Кому? Kimə? К тем, кому не должен был. O kəslərə ki, onları sevməməlidir. Он прилепился. Ancaq o bağlandı. Давайте запомним это слово. Gəlin bu sözü xatırlayaq. И если мы прочитаем дальше, мы увидим, что ни к чему хорошему в его жизни это не привело. Və biz davamına baxsaq görərik ki, onun həyatında bu yaxşı nəticə vermədi. Книга пророка Иезекииля, 20 глава, 16 стих. Иезекииль, пейгамбәрин китабы, 20-ci фәсил, 16-ci бэнд. Так, точно. За то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим, и нарушили субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их. Çünki hökmlərimi rədd etdilər, qaydalarıma görə rəftar etmədilər və şənbə günlərimə məhəl qoymadılar. Ona görə ki, onların ürəkləri bütlərinə tərəf meyl edirdi. Что делало сердце? Ürəkləri nə edirdi? Стремилось. Meyl edirdi. Итак, да, у неё, у этого сердца была предрасположенность. Meyli var. Bu ürəkdə artıq bir meyllik var idi. Предрасположенность. Meyllik. К идолам. Оно стремилось. O meyl etdi. В сторону идолов. Бütlərə тərəf. Что произошло с сердцем Соломона? Süleyman ürəyinə nə baş verdi? Оно прилепилось. O meyl etdi. Здесь что произошло? Burada nə baş verdi? Стремилось. Meyl etdi. Хорошо. Ürəylə. Следующий отрывок. Növbəti bən. Книга пророка Осии. Хошея. Хуша пейгамбәрин китабы. 4:17. 4:17. 4-cü фәсил, 17-ci бэнд. Привязался к идолам Ефрем. Оставь его. Ефраим бütlərindən yapışdı. Burax onu. Привязался. Yapışdı. И книга притч, Мәсәлләр китабы, 22 глава. 22-ci фәсил. Вам не трудно запоминать эти слова? Чәтин дейл ки бу сөзләре ядда сакламак. Нет? Дейл. Книга притч, 22 глава, 15 стих. Süleymanın məsələləri 22-15. Мы прочитаем первую часть стиха. Birinci hissəni oxuyacaq. Глупость привязалась к сердцу юноши. Səfehlik uşağın qəlbindən yapışar. Глупость привязалась к сердцу юноши. Səfehlik uşağın qəlbindən yapışar. Итак, давайте повторим слова. Gəlin sözləri xatırlayaq. Какое первое слово было? Birinci söz nə idi? Прилепилась. Bağlandı. Прилепилась. Bağlanmaq Второе. Sözü. İkinci söz. Стремилась. Meyl etmək И sözü. И третье. Və üçüncü söz. Привязалась. Yapışmaq sözü. Привязалась. Yapışmaq.
Такое может быть в моей жизни. В моем hayatımda да böyle baş verebilir. Что я могу прилепиться к чему-то. Мен нәйсе bağlana bilərəm. Или давайте даже так сказать, что-то может прилепиться ко мне. Başqa sözlə desək, нәсә мənə bağlana bilər. Что-то может прилепиться к моей жизни. Нәйсә mənim hayatıma bağlana bilər. И это может оставаться в моей жизни. В моем hayatımda qala bilər. Это может быть, значит, не настолько заметным, чтобы я начал с этим бороться. Bu elə ola bilər ki, o qədər nəzərə çarpmaya bilər ki, mən onunla mübarizə aparım. Да, это не настолько заметно, чтобы я начал уже серьёзные меры принимать по этому поводу. Yəni bununla bağlı ciddi ölçü götürməyimlə götürə biləcəyim qədər həyatımda özünü göstərə bilməyə bilər. Но это зараза. Ancaq bu təhlükədir. Давай, təhlükə. Bu təhlükədir. Или как мы можем сказать? Да, это нездоровая вещь. Bu sağlam olmayan bir şey. Это нездоровая вещь. Она потихоньку поражает мое сердце. О, яваш-яваш меним урайми мехведир. Потихоньку. Яваш-яваш. Очень потихоньку. Чох, яваш-яваш. Итак, эта вещь в моей жизни, она не очень заметна. Демали, бу меним хаятымда чох незере чарпма. Она не кажется опасной. Бе эле гелир ки о тэхлюкэли дейл. Но она засела там. Ancaq o orada məskən salıb. Она прикрепилась ко мне. O mənə bağlanıb. И я чувствую, что моё сердце, оно стремится в эту сторону. Və mən hiss edirəm ki, mənim ürəyim həmin bu tərəfə meyl edir. И моё сердце, оно прилепилось к этой вещи. Və mənim ürəyim də bu şeyə bağlandı, yapışdı. И как будто привязал кто-то к этой вещи. Və sanki kimsə bağladı həmin həmin şeylə. И давайте сейчас я прочитаю несколько вещей, например, хорошо? Bir neçə şey oxuyacağım, məsələn. А потом вы продолжите, мне интересны ваши варианты. Və sonra siz davam edəcəksiniz, mənə sizin variantlarınız maraqlıdır. Значит, вот о чём я думал. Mən nə haqqında düşünürdüm? Что может приклеиться ко мне такое? Mənə nə yapışa bilər? И давайте это назовём так. Və gəlin bunu belə adlandıraq. Безопасный грешок. Təhlükəsiz günah. Təhlükəsiz günah. Или günahça какая-нибудь там. Günah. Ага. Давайте так скажем. Например. Məsələn. Например, это колкие шутки. Tikanlı zarafatlar. Колкие шутки. Tikanlı zarafatlar. Это может прикрепиться ко мне. Bu mənə yapışa bilər. И я не обращаю внимания. Və mən ona fikir vermirəm. Но мне нравится так шутить. Amma mənim xoşuma gəlir belə. И я шучу таким образом. Və mən bu şəkildə zarafat edirəm. И я просто колю всех своими шутками. Və öz zarafatlarımla hamını tikanlayıram. И оно привязалось уже ко мне. Və artıq o mənə yapışıb illərdir ki. Может быть такое. Ola bilər. Или, например, сарказм. Я саркастичный. Və yaxud da sarkazm. Mən çox sarkazmla danışıram. И это прикрепилось. Və bu mənə yapışıb. Или ропот. Беяхутта. Деингенлих. Деингенлих. Ага, ропот. Или ворчливость. Я просто ворчун. Гилейленмех. Ага. Знаете, эта вещь так часто ко мне прикрепляется. Bu şey mənə tez-tez. И я так часто обращаю внимание и думаю, я уже просто ворчу сейчас. Və tez-tez fikir verirəm. Və deyirəm ki, mən artıq boş-boşuna giləylənirəm. А почему я ворчу? Bəs mən niyə giləylənirəm? İmi vidu, есть ли на самом деле основание для этого? Yəni, bunun üçün bir əsas varmı? Нет. Yoxdur. Это просто приклеилось ко мне. Sadəcə bu mənə yapışır. Знаете, как будто жвачка в моих волосах. Sanki saqqız mənim saçlarıma yapışan kimi. И это просто там. Sadəcə bu И это не так серьёзно. Я имею в виду, это не серьёзно, не смертельная болезнь. Ciddi deyil, ölümcül bir xəstəlik deyil. Но это жвачка, она в моих волосах. Amma mənim saçımda bir saqqız var. И я просто ворчу. Və mən sadəcə
Deyinirəm, и как долго такое может продолжаться? Və nə qədər bu çəkə bilər? Сплетни. Гейбет этмей. Сплетни. Такие аккуратные сплетни, знаете. Между разговором. Сөхбет эснасында. Такие, как... Ну, ты же знаешь, да, там? Yani, сен билирсен, да, баш веренлерин. Может быть такое, да? Ола билер ми, что это прикрепилось ко мне? Yani, мене bu yapışıb. И я просто люблю обсуждать жизни других людей. Ve мен садаca башка инсанларын хаятыны я же их не осуждаю. Мен онлары мухакиме этмирем. Я ну, просто новости последние. Ancaq мен ахрынca yenilikleri садaca deyirəm. Да? И это прикрепилось ко мне. Ve bu mene yapışıb. И вот такое у меня общение с моими друзьями. Ve mənim dostlarımla bu cür münasibətim var. Хорошо, давайте немножко вы, потом я продолжу. Здесь опираюсь вы говорю. Немножко. Такие грехи, которые не, значит, не столь опасны, чтобы мне сразу включиться и начинать разбираться с этим, но такие мелкие грешки. Здесь сиз öz size yapışan çox əhmiyyət, çox əhmiyyətli dərəcədə görünməyən günahlarınızdan danışın. Да. Ага. Ага. Хорошо. Еще. Башка. Упрямство. О, это... Упрямство очень интересная вещь. И на самом деле ведь выглядит как будто... Как будто... Иначарлык. Как будто у меня просто есть свой характер. Я вот такой просто. Санки, бу мэнім характерімді. Слышали вы такое, да? Ну я просто такой. Мэн бэлэям. И может быть там упрямство в корне. Ve inatkarlıq. Belki de kökte. Kökte olabilir. Aha. Еще есть какие-то еще мысли? О, вспыльчивость. Özünden çıkmak. Вспыльчивость. Я вспыльчивый человек. Мен özünden tez özünden çıkan adamım. И это прикрепилось ко мне. Ve bu mənə yapışıb. Еще? Башка. А? Приврать чуть-чуть. О, приукрасить чуть-чуть, приврать чуть-чуть, да? Нейса шиширдрям. Ага. Еще есть? Праздность. А, что такое праздность? Тембеллих. Ага. А, значит, лень. И давайте праздность так определим. Да, время... Бесполезное времяпровождение. Файдасыз bir или давайте кесмей. Скажем, бесцельное времяпровождение. В этом времени цели нет. Yani, я просто провожу это время. Hiçbir məqsəd yoxdur, məqsədsiz şəkildə. И здесь очень большой список может быть. Например, никого не слушаю. Никого. Забудь вообще о них. Я тебе помогу, если что, хорошо? Значит, праздное время. Мэнасыз вахт. Мэнасыз вахт, сэмэрэсиз вахт. Есть очень длинный список. Çox uzun bir siyahı var. Очень длинный. Çox uzun. И давайте приведем несколько примеров. Ve gəlin bir neçə nümunə gətirəyim. Каждый день с утра открывать новости. И листать. Hər səhər bir xəbərlərə baxırıq. И листать эти новости. И потом еще в день по 5 раз. Ve gündə 5 dəfə. Или открыть социальную сеть. Sosial şəbəkəni açmaq. И листать. Ve sayfeləmək. Я листаю и листаю и листаю. Sayfeləyirəm. Или я киноман. Ve yaxud da киноманам. Киноманам. Я смотрю просто фильмы только так. Вот он вышел, я должен его посмотреть. Yani sadəcə film, bütün çıxan filmlərə baxıram ki, çıxdı, mən ona mütləq baxmalıyam. Или я меломан. Меломанам. И я музыку целый день. Bütün günü musiqi dinləyirəm. И у меня там коллекция на 32 гигабайта. 32 гигабайтлыq артыq mənim orada kolleksiyam var. Что еще? Başqa nə ola bilər?
О, Илья игроман. Слушайте, это вообще ужасно, а? Бу даха дахшатлиди. Я... Это вообще ужасно. Бу чох дахшатлиди. Я даже не знаю, безобидно ли это. Я... И знаете, как легко удариться в игру в какую-нибудь, знаете? Билирсиз, чох асанлыгла бир... Я могу просто удариться в эту игру. Ойунда... Батабилярам. Батабилярам бу ойунда. У меня есть игрушка на телефоне, и чуть я свободное время нахожу, я достаю и начинаю. Телефонда бир ойнум вар, ве вахт тапан кими ойнуюра. Знаете, я знаю человека, который около 10 лет уже играет одну игру. Бир инсан танирам, харса тахмин 10 илдир ки ойн ойнуюр. Около 10 лет. Тахминен 10 ил. Одну игру. Эйни бир ойна. Одну игру. И на самом деле это страшно. Хакикатан да бу чох корхулудур. И это маленькая вещь. Бу чох хырда бир шейдир. Я имею в виду, это маленькие вещи. Хырда бир шейдир. Но это зараза. Ама бу хастелидир. Это жвачка у меня в волосах. Бу меним сачымда олан бир саккыздыр. И она видна. Ве о görünür. И когда потом я смотрю на свою жизнь. Ve men sonra öz hayatıma bakanda. И это бросается в глаза. Это бросается, бу göze çarpır. Бу göze çarpır. И как бы вы смотрели на человека, у которого годами уже жвачка в голове? Siz illerdir saçında sakız olan adama nece bakarsınız? И это действует на его отождествление, на то, кто он есть. Bu onun kimliğine təsir edir. И мы бы сказали, он грязнуля, да? Ve biz deyərdik ki, o pintidir, düzdü mü? Маленькая жвачка. Çox hırda bir saqqız. Но когда она в волосах и продолжается там быть. Ama o uzun müddət saçda olanda. Это ужасный эффект. Bu çox dəhşətli bir təsir. Я просто ворчу иногда. Bəzən çox boş yerinə deyirəm. Но если я не разбираюсь с этим. Ancaq əgər mən bununla bunun üstünə düşmürəmsə. Тогда обо мне скажут, он ворчун. Onda mənim üçün deyəcəklər ki, o deyingəndir. Он ворчун. O deyingəndir. Маленькая жвачка в моих волосах. Saçımda balaca bir saqqız. И уже она определяет уже всего меня, всю мою жизнь. O artıq mənim bütün həyatımı, bütün kimliyimi müəyyən edir. Это маленькая вещь. Bu balaca bir şeydir. Но люди смотрят на меня, думая об этой жвачке. İnsanlar mənə bu saqqızı mənə baxanda belə düşünürlər mənim haqqımda. Mənim haqqımda belə düşünürlər bu saqqıza görə. Или если я приукрашиваю постоянно. Да он врун. Və yaxud da mən tez-tez nəyisə şirtmələr edirəmsə. Он врун. Yalançıdır deyirlər. Он врун. O yalançıdır. И все эти вещи, которые маленькие. Və bütün bu xırda şeylər они могут заразить всего меня. O bütünlüklə məni xəstələndirə bilər, yoluxdura bilər. Что мне делать с этими вещами? Bəs bu şeylərlə mən nə edə bilərəm? Как мне разобраться с этим? Necə onları həll edə bilərəm, düzəldə bilərəm? Я отвечу. Cavab verirəm. И у нас будет несколько стихов. Və bizdə bir neçə bənd var. Евангелие от Матфея. Маттанын müjdəsi. 18-ci глава. 18-ci fəsil. 8-9 стихи. 8 və 9-cu bəndlər. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками или с двумя ногами быть вверженным в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную. Əgər əlin və ya ayağın səni pis yola çəkərsə, onu kəs at. Sənin əbədi həyata şikəs və ya topal daxil olmağın,
iki əl və ya iki ayaqla əbədi oda atılmağından yaxşıdır. Əgər gözün səni pis yola çəkərsə, onu çıxarıb at. Sənin tək gözlə əbədi həyata daxil olmağın, iki gözlə cəhənnəm oduna atılmağından yaxşıdır. Atsiki. Kəsib atmaq, kəs at. Давайте запомним это слово. Gəlin bu sözü yadda saxlayaq. Kəs at. И знаете, мне нужно подружиться с этим словом. Və mən bu sözlə dostlaşmalıyam. Да, мне нужно подружиться с этим словом. Со словом отсеки. Bu kəsib atmaq sözü ilə dostlaşmalıyam. И давайте представим ножницы. Və gəlin bir qayçını təsəvvür edək. Если я хочу духовного возрастания. Əgər mən ruhani inkişaf istəyirəmsə, если я хочу, чтобы Бог действовал в моей жизни. Əgər istəyirəmsə ki, Tanrı mənim həyatımda öz işini görsün. Мне нужно полюбить это слово. Onda mən bu sözü sevməliyəm. Отсеки. Kəs at. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 2 стих. Яхьянын мүждәсе, 15-й фәсил, 2-й бэнд. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Мәндә олып бәһрә вермәгән һәр будагы атам копарыр. Бәһрә верән һәр будагы исә будуып тәмизлиер ки даһа чок бәһрә версен. Есть два варианта развития событий здесь. Бурда ики вариант вар. С одной стороны, вот это слово «отсеки». Bir tərəfdən bu kəsib atmaq sözü. И я отсекаю. Və mən kəsib atıram. С другой стороны, в Евангелии от Иоанна написано «Бог делает это». Və digər tərəfdən isə Yahyanın müjdəsində yazılıb ki, Tanrı bunu edir. И знаете, о чём это говорит? Bilirsiniz, bu nə haqqında danışır? Это говорит о том, что Бог работает в нашей жизни. Он deyir ki, Tanrı bizim həyatımızda işləyir. Он очищает нас. O bizi təmizləyir. Он не оставит свою работу наполовину. O öz işini yarımçıq qoymur. Если он вошёл в нашу жизнь. Əgər o bizim həyatımıza daxil olubsa. Он будет действовать. O öz işini görəcək. Он будет очищать. O bizi təmizləyəcək. Я не беспокоюсь по этому поводу. Ona görə də mən narahat deyiləm. Я не осуждаю себя за эти вещи. Və mən bu şeylərə görə özümü mühakimə etmirəm. И это послание не звучит для этого, чтобы я вдруг начал осуждать себя за эти вещи. Bu mesaj ona görə deyil ki, mən bu şeylərə görə özümü mühakimə edim. Но это послание звучит для того, чтобы я понял серьёзность этих вещей. Ancaq bu mesaj ona görədir ki, mən bu şeylərin ciddiliyini başa düşüm. Я хочу понять серьёзность. Мен ciddiliyi başa düşmək istəyirəm. Что это на самом деле проблема? Ki bunlar əsildən də problemdir. Могу ли я сейчас встать перед Богом и сказать: Господи, у меня есть проблема. Мен инде Tanrının qarşısında dayanıb deyə bilərəmmi ki, Tanrı məndə problem var. Господи, я не прав вот в этом. Tanrı, mən bu şeydə düzgün deyiləm, düz deyiləm. Жвачка прикрепилась к моим волосам. Mənim saçıma saqqız yapışır. Грех есть. Məndə günah var. Господи, есть грех. Günah var, ya Rəb. И я ношу его. Və mən onu özümlə gəzdirirəm. Он у меня в кармане. O mənim cibimdədir. И я не отношусь иногда к нему серьёзно. Və bəzən mən ona ciddi yanaşmıram. Я уже привык к нему. Və mən artıq ona öyrəşmişəm. Привык к тому, что он в моей жизни. Artıq həyatımda olmağına öyrəşmişəm. Но вот я пред тобой. Ancaq mən indi sənin qarşındayam. Скажи мне что-то по этому поводу. Ya Rəb, mənə buna görə bir şey de. И давайте ещё один отрывок. Və növbəti bənd. Первое царство, 12 глава, 17-19 стихи. Deməli, 1-ci Şamuel kitabı. 12 глава. 19-cu fəsil. 12. 12-ci fəsil. 17 стиха. 17-ci bənddən. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя.
«И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день. И пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу, «Помолись о рабах твоих перед Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». Bugün buğda biçimi deyilmi? Göy gürültüsü və yağış göndərsin deyə Rəbbi çağıracağam. Özünüz üçün padşah istəməklə etdiyiniz pisliyin Rəbbin gözündə nə qədər böyük olduğunu dərk edib görəcəksiniz. Şamuel Rəbbi çağırdı və Rəbb o gün göy gürüldadıb yağış yağdırdı. Bütün xalq həmin gün Rəbbdən və Şamueldən çox qorxdu. Cəmaat Şamuelə belə dedi, Qulların üçün Allahın Rəbbə yalvar ki, ölməyək. Çünki bütün günahlarımızın üzərinə özümüzə padşah istəmək təqsirini də əlavə etdi. İtaq, что сделал израильский народ? İsrail xalqı burada nə edir? Он просил царя. Padşah istəyir. И можно спросить, ну и что? Padşah istəyə bilər, burada nə var ki? Что здесь такого? Burada nə var ki? И они так и думали. Və onlar da belə fikirləşirdi. İsrailский народ так и думал. Израиль халк беле. Ну и что с того, что я хочу себе царя? Но olsun ki mən özümə padşah. Что здесь такого? Burada nə var ki? И Господь говорит: "Я хочу сказать тебе". Я хочу показать тебе. Мен деме мен göstərmək istəyirəm sənə. Насколько это серьёзный грех? Nə qədər bu ciddi bir günahdır? Ты думаешь, это ничего страшного? Sən düşünürsən ki, burada qorxulu heç nə yoxdur. И ты живёшь с этим. Və sən bununla yaşayırsan. И для тебя всё нормально. Və sənin üçün hər şey normaldır. И ты говоришь: "Ну ничего, я просто такой". Sən deyirsən ki, heç mən sadəcə beləyəm. Что здесь такого? Yəni burada nə var? Мелочь какая. Bu xırdalıqdır. И Самуил говорит, давайте Бог покажет, как он относится к этому. Шамуэль дир ки, кой Рэб өзі гёстерсін, о буна неце янашырса. И Бог показывает. Вэ Рэб гёстерли. И гром и молния. Гюрултулу яғыш. Гёй гюрултусу вэ яғыш. И народ говорит, мы поняли. Вэ халк дир ки, вот сейчас мы поняли. Биз баша түшди. Биз оказывается, это грех. Сэн дэмэ бу гюнах имэш. Оказывается, это серьезно. Сэн дэмэ бу чох джидди имэш. И это благодать. И такого рода гром и молния – это благодать. И я говорю Господу, покажи мне, Господи. Вот я стою перед тобой. Пожалуйста, покажи мне серьезность греха. Я не вижу серьезности. И поэтому я не могу отказаться от этого. Мен оны инкар эдә билмәм. Я просто хожу с этим. Вә садәҗә онла гәзерәм. Но если ты покажешь мне весь ужас того греха. Амма сән бу гунахын дәһшәтен мене гөстәрсән, нә кадәр. Я пойму. Мен баша төшәм. Я хочу этого. Вә мен буны истәем. Этого ужаса от греха. Я хочу этого откровения. Гунахын дәһшәтен görmək istəyirəm. Хотите ли вы? Истәрсәнез. Хотите ли вы понять? Баша төшмәк истәрсәнез. Когда есть грех. Гунах оланда. Понять всю его испорченность. Günahın xarab olması. Bütün xarablığını göstərir. Всю его мерзость. İrgənc olması. Onun necə iğrənc olduğunu. Хотите ли вы, чтобы Бог открыл вам это? İstəyirsinizmi ki Tanrı bunu sizə açsın? Насколько он отвратительный? Nə qədər iğrəncdir. Ну это же всего лишь жвачка. Amma bu sadəcə bir saqqızdır. Но она протухла уже. Она мерзкая, она отвратительная. О, ириянчдер. Покажи мне, Господи. Гёстер мене, Яре. Яви мне. Скажи мне. Де мене, Яре. Гёстер мене. Чтобы у меня было желание разбираться с этим. Ки буну дюзелтмеем үчін истеем олсун, арзум олсун. Потому что если Бог не покажет, у меня не будет этого желания. Çünki əgər Tanrı bunu mənə göstərməsə, bu istək məndə olmayacaq. Вот что мне нужно. Мне лазым Хорошо, olan вот budur. Что мне нужно. Чтобы Бог показал мне всю мерзость греха. Мне лазым olan Tanrının bu günahın iğrəncliyini mənə göstərməsidir. Насколько это праздное время, оно отвратительно. Nə qədər həmin bu boş vaxt necə də iğrəncdir. Мне нужно это от Бога. Bunu Tanrıdan eşitmək mənə lazımdır. И тогда у меня будет сила. Onda mənim gücüm olacaq. Тогда. И только тогда. Ancaq o zaman. У меня будет сила. Mənim gücüm olacaq. Сказать, я отсекаю это.
С корнем выдираю это. Мен оно кёкюннен чыгардырам. Я не хочу этого в своей жизни. Ва артык буну хаятымда Я убираю. Мен лагв элейрам оно. Силирам. У меня будет сила быть серьезным с этим. Артык буна джидди янашмак учун меним гюджим олачак. А иначе никак. Бу олмаса хеч жур мүмкүн дейл. Мне нужно поговорить об этом с Богом. Бунун хакында Аллахла данышмагым лазым. Хотите ли вы бросить что-то? Истейсиз ми? Neyse atasınız. Какую-то привычку. Hansa bir verdişi tərgizəsiniz. Я верю в то, что нам нужно сначала увидеть мерзость этого. Мен инанıram ki biz birinci onun necə iyrənc olduğunu başa düşməliyik. Господи, яви мне мерзость этого. Ya Rab, onun iyrəncliyini mənə göstər. Серьёзность этого. Onun ciddiliyini mənə göstər. Яви свои громы и молнии, Господи. Öz göy gürültünü və yağışını göstər. И затем ты дашь мне силу отсечь. Ты дашь мне силу быть серьезным. Ciddi olmağım üçün mənə güc verəcəksən. И знаете, если я не сделаю этого, və əgər mən bunu etməsəm, Бог он благий. Tanrı xeyirxahdır. И он поможет мне. O mənə kömək edəcək. И он будет разбираться. O düzəldəcək. Әлләдәчәй. Придет время, и он отсечет это. Вә вақт келәчәй, о оны қопардачак. Придет время, и он сделает это. Вақт келәчәй, о бұны әдәчәй. Потому что он так сказал в Евангелии от Иоанна. Чүнки о Яхьяның мүждәсендә бұны деді. Но когда я делаю это. Ама бұны өзім әдәндә. Когда я делаю это. Өзім әдәндә. Я соглашаюсь с благодатью Бога. Мен Тарының лютфи ілі разылашмыш олам. Я возрастаю. Мен бөйірем. Я упражняюсь в возрастании. Вә мен өз... Инкшаф едірем өзім. Я хочу таких... Я хочу духовного понимания, и я хочу таких духовных тренировок. Мен бу джир рухани мешкляри, рухани анламаны истейрем, анлайши. Я хочу полюбить эти духовные ножницы. Мен бу рухани гайчыны севме истейрем. Не бояться их. Он корхмак стемрем. Знаете, когда мы говорим про Божью дисциплину, biz Tanrının nizam intizamından danışanda, или давайте так, про Божье наказание, gəlin belə deyək, Tanrının cəzasından Я могу бояться этого. Мен қорқа білерем бұннан. А могу сказать, о, это благодать для меня. Вә дейе білерем ки, бу лютфдір мі? Это благодать для меня. Эти ножницы от Бога, это благодать для меня. Бу мәнім үшін лютфдір, хәмін бу гайчы. И я не просто не боюсь ножниц Бога, я и сам готов взять эти ножницы, я сам порежу. Нәйінки бу Аллахан о гайчысыннан қорқырам, әтті өзім хазырам ки, оны көтірім вә кәсім. И это похоже на то, что я не жду, когда меня на скорой отвезут в больницу. Я сам иду к врачу вовремя. Бу білерсіз нәе бәнзір. Мен гөздәмірем ки тәжили ярдым гәлсін вә мәне хәстәханы япарсын. Мен өзім хазырам артығы кетмәе. И я иду к стоматологу. Мен стоматолога гетерем. И говорю, пожалуйста. Вә дейрем ки, хайш елерем. И стоматолог говорит, а что у тебя, ничего не опухло, что ли, до сих пор? Стоматолог deyir ki, Heç nəyin şişməyib? Şişməyib səndə hələ. Я говорю, пока нет, я заранее. Мен deyirəm ki, xeyr, мен əvvəlcədən gəlmişəm. Я иду к врачу на проверку. Мен həkimə yoxlanışa gedirəm. Я иду к Богу. Мен Tanrının yanına gedirəm. Я говорю, у тебя есть ножницы? Мен deyirəm ki, səndə qayçı varmı? Покажи мне. Göstər mənə. Я возьму эти ножницы сам. Мен özüm bu qayçını istəyirəm. Я хочу сам, Господи. Мен özüm istəyirəm, Rəbb. Но покажи мне. Ancaq mənə göstər. Только через твое откровение. Ancaq sənin vəhyin vasitəsilə. Я смогу отсечь это. Мен bunu kəsə bilərəm. Давайте помолимся. Gəlin dua edək. А, Отец наш небесный. Səmavi atamız. Мы просим тебя, чтобы ты открывал нам, Господь, эти вещи. Səndən xahiş edirik ki, bu şeyləri bizə açasan. Если есть что-то в нашей жизни, Господи. Əgər bizim həyatımızda bir nəsə varsa. О чём мы не знаем или просто относимся к этому несерьёзно. Ki, hansı ki biz ona ciddi yanaşmırıq və yaxud bilmirik hələ.
Мы хотим быть готовыми, Господи. Поговори к нам. Bizimle danış. Открой нам мерзость греха. Bize bu günahın iğrençliğini göster. И дари нам покаяние. Ve bize tövbe ver. Если кто-то из вас не принимал Иисуса Христа в свое сердце, sizden kimlerse İsa Mesih'i öz ürəyini kabul etməyibsə, как своего спасителя, öz xilaskarı kimi, как Господа, Tanrı kimi, поверьте в Него. İnanın ona. И скажите Богу, ve Tanrı'ya deyin, Бог, я верю в Иисуса. Rab, Tanrı, mən İsa'ya inanıram. Я верю, что Он пришел на эту землю. Mən inanıram ki, o bu yer üzərinə gəlib ki, чтобы умереть за мои грехи. Mənim günahlarıma görə ölsün. А на третий день Он воскрес. Ve üçüncü gün o dirildi. Я верю в это. Mən buna inanıram. Я верю, что по Твоей благодати и по Твоей любви я прощен. Ve mən inanıram ki, mən sənin lütfün, sənin sevgin vasitəsilə mən bağışlanmışam. Я буду навечно с Тобой, Господи. Ve mən əbədiyyətdə səninlə olacağım. И скажите аминь. Аминь deyin. Если вы не сказали эту молитву сейчас и не говорили ее до этого, вы можете сказать эту молитву дома с верой. İmanla. Призовите имя Иисуса Христа. İsa Məsihin adını çağırın. И вы будете спасены. Ve siz xilas olacaqsınız. И вы будете с Богом. Ve siz Tanrı ilə olacaqsınız. Навечно. Əbədi olaraq. Спасибо тебе, Господи. Çox sağ ol, Yare. Спасибо. Çox sağ ol. Аминь. Давайте встанем, поклонимся Господу. Gəlin, qalxaq və ibadət edək. Şükür ama
Хорошо, буквально одна минута. Итак, утреннее послание у нас было о чем? Мали сахарки топлантымыз не хаккындайды, сахарки вэз. Яхынлар, гоншылар хаккында. Элишеблерсіз. Есть какие-то мысли? Кто-то помнит что-то с утренней проповеди? Сахарки вэздэн кимсэ нэйсэ хатырлайыр, ханса фикирлэрніз ва? Кто такой ближний? Bizim gonşumuz kimdir? Священник, левит и самарянин. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати. Хорошо. Вечерняя проповедь у нас. Ахшамки вязимис. О чем? Прилепилось что-то? Несебзе яшы. Прилепилось, отсеки. А для того, чтобы отсечь, что нужно? Кесип атмак чун не лазымды? Аллаха рухани гачсы. Чтобы он показал. Ве Аллахан бизе кюстермей. Итак, мне нужно молиться ему. Господи, покажи мне отвратительность этого греха. Мене бу гюнахын неце иренч олдуғну гёстерсин. И я вам скажу, эта схема работает. Ве мен се дейерим ки бу схем ишлир. Молитесь так. Дуа эдин. Покажи мне, Господи. Гёстер мене яры. Я не могу бросить этого. Мен покажи мне отвратительность этого. Мене гёстер бунун иренчлигини. Хорошо, давайте помолимся. Гелин дуа эдин. Отец наш Небесный, благослови сейчас нас. Благослови нашу дорогу домой. Наш вечер. И мы хотим принести благословение в дом, Господи. Да, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Хейр дуа лолу.